Здравствуйте, уважаемые подписчики Garden Zoo. Сегодня я хочу рассказать вам о чае. Но не обыкновенном чае, о котором вы привыкли всегда слышать и который вы покупаете в магазине. Поскольку у нас все-таки садоводы, огородники, я хочу рассказать, что чай можно заваривать и из тех веточек, которые произрастают на вашем садовом участке. Как заваривать чай из веточек? То есть сначала набираете веточки, нарезаете длиной с указательный палец. Завариваете веточки 10-15 минут, прокипятите их и оставьте настояться на ночь. Ночь прошла, перед употреблением процедите настой, подогрейте, но больше не кипятите. Подавайте как чай с сахаром или медом. Для заварки можно использовать самые неожиданные и вполне привычные растения. Я остановлюсь на основных, которых использую на своем дачном участке. Ароматный чай из веточек смородины. Замечательный чай. Смородина само удивительное растение. Все его части полезны лечебно при правильном употреблении. Ну а чай, заваренный на побегах смородины, полезен для сосудов, улучшает обмен веществ, повышает защитные силы организма. И самое главное, имеет мочегонный эффект. Чай из веток красной смородины в Якутии назначают при ревматизме. Чай из вишневых веточек. Красивый цвет, миндальный вкус. Из веточек вишни можно сразу пить чай после кипячения. Но если вы наберете терпение и дадите им настояться, то получите божественный напиток красивого цвета и с нотками миндаля. Чай из веток малины. Если вы прозевали обрезку малинника осенью, можно сделать это зимой, заодно отобрав веточки для приготовления чая. Можно использовать сейчас. Некоторые веточки вот у меня с оставшимися ягодами. Это еще плюс большой. Вот на пол-литра воды понадобится 7-8 веточек около 15 сантиметров в длину. Желательно измельчить их для лучшей заварки. Кипятить минут 20. И если оставить настаиваться на ночь, получите красивый малиновый цвет. Далее чай из веток яблони. Вкус зависит от сорта яблони. И мало кто знает, что листья яблонь богаты на витамин С. Поэтому весной и летом можно заварить веточки прямо с листьями. А сейчас, пока я рассказывала, у меня заварился чай из малиновых веточек. Приятного аппетита! Мы будем пить чай с моими друзьями.